доброго времени суток, друзья. С 14 по 19 марта в Валенсии проходит ежегодный праздник огня. И в любом спальном районе мы можем видеть вот такие вот устанавливают фигурки. Потом их успешно сжигают. Я, собственно говоря, здесь оставил чисто случайно клиента. И меня привлекло внимание вот эта композиция, которую я хочу вам показать. Вот. Комментарии здесь как бы излишни, как я понимаю. Вот это вот мнение в Испании. Пусть и в юмористической форме, но все равно оно присутствует. Так что, друзья, что-то попадется мне по дороге интересненько, обязательно покажу вам. До новых встреч!